Привет, мой дорогой друг, и сегодня мы с тобой сделаем очень интересное приспособление, а самое главное, из простых вещей, которые у всех есть, чтобы сэкономить и сделать очень красивое покрытие на стенах. И, кстати, да, не забывайте подписаться, написать ваш комментарий, поставить лайк и все дела. Спасибо вам большое. Итак, первое, что нам нужно, это любой валик. В принципе, валик у меня вот такой есть. Также у меня еще есть вот такой вот поролоновый валик. Ну, мы посмотрим, что будет лучше. Я думаю, что лучше все-таки будет обыкновенный валик. Из ворса все равно мы его будем оборачивать пленкой. Далее нам понадобятся вот такие вот две манжеты от трубы 50 канализационной. И я из них вынул пластиковый пруток, поэтому они стали более гибкими. Итак, следующий шаг. Нужно взять пленку, либо же скотч и обернуть, соответственно, наш валик. У меня пленка вот в таких больших форматах, поэтому сейчас сделаем, как получится. В целом готово, больше особо и не нужно. Это делается по большей степени, чтобы сохранить валик. Первый шаг, в принципе, закончен. Осталось надеть манжеты. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить наш слой из полиэтилена. Я думаю, что как минимум предварительная примерка не помешает. Ну, в целом, я думаю, что готово. И сейчас идем к третьему этапу. Это нам нужно замесить смесь. Для примера я сделаю это все из старых остатков, которые уже как бы изжили себя и срок годности истек. Он все еще хранится. Там, по-моему, это шпатлевка, либо что-то еще. И попробуем сделать. Я замесил раствор до консистенции густой сметаны. И идем пробовать. Возьмем для примера эту стену. И это только пример. Пока я так делать не буду, впоследствии, может быть, понравится. Сейчас нужно накидать как штукатурку. Нанесли слой для примера. Я это делать не умею, но сейчас попробуем. А у меня не получается. Концепция изменилась. Я взял другой валик. Пленки прилипает, значит, нужен, скорее всего, скотч либо подобный валик. Пробуем еще раз. Валик нужно смочить в воде. Будем надеяться, что тогда получится. И да, после воды он не прилипает. В целом, если сюда добавить перемычку, то это будет действительно как кирпичики. Что мы сейчас и сделаем по-быстрому. Также я нарезал такие вот обрезочки провода ПВС, и мы сейчас его вклеим здесь в рандомном порядке, и это уже будет действительно показываться как рисунок кирпича. Вот теперь точно будет рисунок кирпичика. Даем высохнуть. Пробуем, смачиваем в воде и